Ну как? Нравится в Японии? Мне кажется, здесь весело. Было бы жаль сразу уезжать. Поэтому мы решили тут задержаться. А тебе придется еще немного поработать. Японские пионеры, которые уже долго играют в зорницу в парке Дайцуцу, действуют на нервы правительству и местным жителям. Бегают, кричат, вырезают на деревьях нецензурные иероглифы и палят во все стороны из боевого оружия, которое по дешевке купили у Гринписа. Очистим парк от этой шумной молодежи. Это несложно. Единственная загвоздка – мирные жители. Впрочем, разведка сообщает, что они уже успели спрятаться в храме на южном берегу реки. Когда будешь выдвигаться на объект, загляни туда и убедись, что у граждан все в порядке. Вертолет доставит твой отряд к холмам, расположенным к северу от базы пионеров. Обрати внимание, что в районе операции находятся три важных объекта. По данным японской разведки, пионеры непрерывно тренируются и вовсе не собираются покидать парк. Поэтому приготовься встретить жестокое сопротивление. После того, как район будет полностью очищен от пионеров, за тобой прибудет вертолет. 11-я миссия Дельта Форса, операция спецназ. Японские пионеры. Японские пионеры, которые уже который месяц играют в зорницу в парке Дайдзуцу, действуют на нервы правительству и местным жителям. Необходимо очистить парк от этой шумной молодежи. Полученной со спутника, в нашем любимом ларьке закончилось пиво, а к югу от места высадки наблюдается вражеская активность. Так, подавить сопротивление на объекте ниндзя, подавить сопротивление на объекте катана и подавить сопротивление на объекте самурай. Миссия провалена, если погибнет хоть один заложник или будет бить вертолет. Снова ночная миссия. Меня прикрывает блондинка. То есть я здесь действую не один. Не факт, правда, что она долго проживет. Ух ты, как много народу, смотрите-ка. Причем они всполошены. Ух ты, сразу двоих одним выстрелом, прикольно. Но почему-то на самом объекте ниндзя никого не вижу. Но я точно знаю, что они там есть. Они, видимо, в домах сидят. Так, обойдем по периметру тогда. Чем лезть в самую гущу, лучше всего вот так вот просто обходить по периметру. Но заразы нет, тут озеро мешает. Так, это блондинка, я вижу. Так, в этом доме кто-то есть. Звучка прикольная. Стоит посмотреть, что у нас с храмом. Так, этот объект зачистен. Двигаемся к объекту катана. Это на восток. Блондинка пошла с другой стороны. А я вообще правильно иду-то? В принципе, да, мне в ту сторону надо. Один хрен придется... Ой-ой-ой. Один хрен, я чувствую, придется намочить ноги. Да. Придется нырнуть. Чтобы перебраться на другой берег реки. Так, я вижу на радаре красную точку. И она, судя по всему, направляется к блондинке. Ух ты, тут целый патруль.
Они, видимо, караулили блондинку. А я ее спас. Так, у блондинки проблемы. Спешим на выручку. Ух, как много народу я вижу. Так, биноклем. Ой, разворошили осиное гнездо. Ой, извиняюсь. Ой-ой-ой. Я чувствую, я сейчас сдохну. Отбился. Отбился от сумасшедших японцев. Все. Кажется, всех успокоили. Так, справа от меня прямо кто-то есть. Мне сейчас повезло. Так, я вижу на радаре, что остался всего один враг, он где-то вот в этом здании. Приказываю быстро проникнуть в храм и очистить его от пионеров. Понял. Храм уничтожен, то есть храм зачищен. Понял. Так, ну и подавите сопротивление на объекте самурай. Да, я правильно иду. Снова придется нырять. Ой-ой-ой, не расшибиться только. Отвесные скалы. Пионеры на объекте самурай узнали о нашей операции, так что бой будет жарким. Так, они движутся прямо навстречу мне. Сейчас будет жарко. Противник обладает превосходящими силами. Что делать? Вертушка, двигай на юг и помоги нашим ребятам. Понял, прапор. Вертушка уже в пути. Перебей этих гадов! Убей их всех! Будет здорово, если нам окажут поддержку с воздуха. Так, кто-то пытается зайти мне... О, нет! О, нет! Что это было? Как он меня не увидел? Он прям мимо, прям у меня по голове пробежал. Может быть, потому что я лежал и потому что ночь? Так, прилетела вертушка. Ну, посмотрим, на что она годится. Ух, как много там противника. Ну и чё она там летает просто так? Прапор, это вождь. Пора уходить. Наши узкоглазые японские коллеги уже оцепляют район. Так, миссия завершена, друзья. Всем спасибо и всем пока.